нажимается, все проверяет, а модель болит. В общем, воду должно быть все идеально чистое попасть. Поэтому даже если бы мы ее все равно мыли. Вдруг не домыли. Или не сказали бы некоторые. А вот это молодец, это будет делать? А, конечно. Вот она берет. Ну, молодец, это ваше. Хорошо, что взяли. Она тоже есть полотенце. Так, давайте на платье будем выбирать. Да, я хочу. Какое вы примерно хотите, идем к платье? Я хочу красное платье. Есть у вас? Да. И туда, в самый низ. Модели чуть-чуть расскажу, смотри, идем на то окно, ты поймешь. Ты сюда. А видишь сверху окошко? Да. Да. А его нет. Это зеркало. То есть верх воды является зеркалом. Только ты видишь, если там человек станет сверху, ты его никогда в жизни не увидишь. Вот видишь окно, половинка зеркалится сверху. Это к тому, что тебе погружаться надо будет максимально плавно. Чем ты плавнее погрузишься, тем у тебя будет вот это вот зеркалье, верхняя поверхность будет. Если ты будешь погружаться резко, она, видишь, как буйками такими идет, волнами, будет побит. Поэтому пытаемся максимально плавно погрузиться. Понял? Не понял? Но будем пробовать в любом случае. Аккумулятор менять, слушай, да? Ну что, уже наверняка.
Что такое ныряние? Ныряние — это когда мы отвлекаем. Нырять — это когда мы ныряем вниз головой, соответственно, и ножки у нас вверх поднимаются, ножки сверху делают вот так, это буль-буль-буль. Вы будете на оборудование, а чем отличается от плавательного бассейна, тем, что сверху очень много электричества. Электричество здесь не построено, соответственно, на каждый день прямой еще по 2-3 стопки по полторы доли держит, но мы можем до него добрызгать, соответственно, если мы до него добрызгаем, автоматика сработает таким образом, чтобы потому что правда все стоит. И фотография красивой вниз головой не бывает.
чуть назад, вперед, да. Один кадр поймала, один есть уже. Пальчики, пожалуйста, на ручках так не растопили в стороны, более собраны. Стопы, так, поворачивай, еще поворачивай. Thank you.
вперед. Спустись, пожалуйста. Волосы, волосы. О! Руки назад, своди свои руки. Громче. Всплывай спокойно, спокойно. Ноги вытягивай, ноги вытягивай. Да. Ныряй, как будешь готова. Вытягивай. Вытягивай ноги. Вместе. Ноги вместе. Нужно, в общем, мне микрофон.